Ни одно полезное меню или диета не обходится без фруктов. Эта группа продуктов питания очень богата витаминами. Один из самых полезных – банан. И хотя официально фруктом он не является, тем не менее относится именно к этой группе. На Свердловском рынке бананы из Эквадора стоят 85 рублей за килограмм. Те, что очень спелые, можно купить дешевле. Медовые сливы из Киргизии обойдутся в 110 рублей. Чуть дешевле стоят привезенные из Ташкента. Ну я вот синие беру, я и красные люблю, когда вот такие спелые, хорошие, медовые. Вы из них там варенье какое-то делаете, да? Ну, варенье детям беру, внукам. Джем, бананы, коктейли делаем из бананов детям. Также в топе самых полезных – цитрусовые. В сезон начала простудных заболеваний они становятся еще более популярными. Красные марокканские апельсины выйдут 140 рублей, а мандарины из Израиля – в 190. Виноград всех видов, расцветок и форм прибыл к нам из столицы солнечного Узбекистана. И в зависимости от сорта обойдется от 125 до 190 рублей. Персики тоже из Ташкента – по 190 рублей за килограмм. А этот странный плод – из Турции – инжирные персики. Гурманы знают, надо успевать им насладиться. Сезон вот-вот закончится. Это начинается июль, кончается почти конца сентября. То мы пробовали сами? Ну да, попробовали, они вообще вкусные. Кто знает, это, как она дорогие стоит, чем другие. Все равно берут люди. На что больше похоже, на персик или на инжир? Нет, на персик похоже, а на самом деле есть персик. Просто фасон такой, они называются инжирные персики. За килограмм этого диковинного плода нужно будет заплатить 265 рублей. Продавцы уверяют, попробовать хотя бы раз непременно стоит. Ведь чем разнообразнее фрукты в вашем ежедневном меню, тем больше пользы для организма и пережить осеннюю хандру будет проще. Олег Федоров, Николай Крупченко, новости сейчас.